Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперников. Let me present you fighters. Fighter in the blue corner from Геленджик. He is 34 years old, 175 centimeters tall, and weighing in 70.75 kilograms. Former WBC silver champion. His professional record: 29 fights, 23 wins by 10 KO and 6 defeats. Синий углу боец из города Геленджик. Ему 34 года. Рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов, 750 граммов. Экс-чемпион WBC Silver. Профессиональный рекорд 29 боев, 23 победы, 10 из них одержаны нокаутом и 6 поражений. Дмитрий Механик Михайленко. Fighter in the red corner from Ekaterinburg. He is 25 years old, 177 centimeters tall, and weighing in 71.30 kilograms. Number 13 of the WBC, number 7 of the WBO, number 4 of the WBA, former WBO international champion. His professional record: 25 fights, 20 wins by 12 KO. В красном углу боец из города Екатеринбург. Ему 25 лет. Рост 177 сантиметров. Вес 71 килограмм 400 граммов. 13 номер рейтинга WBC. 7 номер рейтинга WBO. 4 номер рейтинга WBA. Экс-чемпион WBO International. С профессиональным рекордом в 20 боев. Во всех одержаны победы. 12 из них нокаутом. Неповежденный Магомед Курбанов! Рефери Роман Петров. Я прошу вас соблюдать правила. Внимательно слушайте мои команды. Пожмите руки. Боем удачи. На 9 лет младше и на 2 сантиметра выше своего соперника Магомед Курбанов. Синий угол готовый? Ну и так вот очень с запасом уложился в этот вес Дмитрий Михайленко по прозвищу Механик. Это опытный боец. Ну а у нас первый раунд, Марк. Ты без сомнения знаешь этих бойцов. Что скажешь? Какие есть прогнозы? Что будет? Ну, думаю, что Михайленко очень удобный для Магомеда. Так как Михайленко идет вперед, а Маге это и нужно. Ну так сразу вперед. Да. Инициативу в свои руки Магомед Курбанов. Передней рукой начинает он расстреливать. В каком-то эпизоде показалось, что вроде пошел Дмитрий Михайленко вперед, но потом снова ушел в заблок. Да. Отличный апперкот пробивает здесь Магомед Курбанов. Надо отметить, что предыдущий свой поединок в декабре 2019 года проводил аж Дмитрий Михайленко. И тогда уступил техническим нокаутом в 8-м раунде. По-моему, за границей он боксировал. За границей абсолютно верно. Да, во Франции он провел. Вообще свои два заключительных предыдущих последних поединка Михайленко проводил во Франции и в обоих уступил. В одном из них судейским решением, а во втором именно вот техническим нокаутом. Начинает разбивать. Так, нельзя Магомед так стоять перед Магомедом Михайленко, потому что Магомед бьет сильно, жестко. Видно уж даже, что побыстрее Магомед, чем Дмитрий. Пока, да, складывается такое ощущение, что есть и в скорости у Магомеда преимущество, и, конечно же, в силе удара. Как-то так неуклюже пока получается у Дмитрия. Пока все его атаки достаточно, да, пока так безопасны, скажем так, для Магомеда Курбанова. Если так будет продолжаться, то это дело времени. Магомед попадет. Что-то нужно, видимо, менять здесь. Но опять же, первый раунд, возможно, такая разведка. Пока и не форсирует, конечно же, очень опытный Дмитрий Михайленко. И в скорости Магомед смотрится лучше, и в ударной мощи. Да, видно. Что думаешь, потому что, допустим, такой опытный ветеран, как Дмитрий Михайленко, первые раунды возьмет паузу, пристреляется, присмотрится, постарается где-то так приработаться будет, к сопернику. Будет. Форсировать нет смысла. Стоп! Дмитрию точно. Я думаю, пока Дмитрий никуда вот не будет торопиться. Ну и Магомед
тоже не будет торопиться. У него все сейчас по контролем, он в центре ринга. Он пробивает все удары, практически инициатором всех атак является именно Магомед как раз таки. Почему-то я думал, что Михаленко будет теснить с первого раунда Магомеда, теснить будет, стараться зажать у канатов, но пока такого не наблюдается. Второй раунд, друзья. Так, с атаки Михаленко начался этот раунд, но Магомед Курбанов сразу берет под свой контроль поединок. Хороший удар через руку от Магомеда. Да. Дмитрий, тут самое главное не пропустить. Не пропустить. Но опять же мы знаем, что Михаленко славился, и даже его прозвище вот это механик, таким темповым, постоянным давлением на своих соперников, постоянным таким прессингом, постоянным выбрасыванием большого количества ударов. Да. И пока мы этого не видим. Я думаю, что он не такой сегодня в форме, как раньше. Все-таки, возможно, уже лучшие бои Дмитрия Михаленко позади. Я думаю, что, к сожалению, для него да. Отлично пробивает снова с дальней руки Магомед Курбанов. Удар по туловищу и достигает этот удар цели. Магомед Курбанов говорит, продолжаем работать. Стоячий нокдаун. Подвергает на избиению здесь Магомед Курбанов в углу. Если так продолжаться, и переостановит бой. Спасается в клинче здесь. Да. Времени еще. Еще предостаточно. Половина раунда еще впереди. По печени пропустил. И еще один удар туда же. Рефери открывает счет. А вот и нашел слабенькое место у Дмитрия Магомед. И рефери останавливает этот бой. Мне показалось, он спросил несколько раз, готов, ответа не последовало, и бой был остановлен. Referee Roman Petrov stop the contest. 1 minute 37 seconds round 2. Winner by TKO. Дамы и господа, рефери Роман Петров остановил поединок на 1:47 второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал по-прежнему непобежденный Магомед Курбанов.